Капитальная реконструкция самой популярной лестницы в городе прошла 10 лет назад. Из деревянной ее тогда переделали в железобетонную. Но после зимы этого года на лестничных пролетах образовались огромные дыры, обойти которые стало сложно, а местами практически невозможно. Для владимирцев и гостей города такая ситуация создает серьезные неудобства. Этот проход люди используют для того, чтобы подняться или спуститься от вокзалов к центру областной столицы. Сейчас на это решаются только самые смелые, другие идут в обход. В таком состоянии часто она бывает? Ну, почти всегда. Здесь вообще никому ничего не нужно. Так что живем мы здесь. А самое обидное в этой ситуации что, как вам кажется? Ну, нужна эта лестница, а никто об этом не заботится. В мэрии пояснили, причина перекрытия лестницы – ее аварийное состояние. Из-за резкой смены погоды, постоянного ветра и большой проходимости здесь людей конструкция пришла в негодность. Покрытие износилось, и можно легко получить травму. Лестницу в центре областной столицы обязательно приведут в порядок. Такую задачу власти поставили перед специалистами муниципального предприятия. В настоящий момент Центр управления городскими дорогами, муниципальное предприятие, ведет работу по определению стоимости этих работ за приобретение необходимых материалов. В настоящий момент проход по лестнице ограничен во избежание несчастных случаев. Работы планируется выполнить в летний период этого года.